Влияние ГМО на человеческий организм непредсказуемо. Но ученые уверяют, что бояться нечего. Чьи интересы отстаивает научный мир? Я с большим предпочтением возьму продукт, который был генами тестирован. И почему в России запретили выращивать ГМО-продукты, но не запретили их ввозить из-за границы? Сегодня ни одна страна не может стать полностью свободной от ГМО. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.